Первым государственным образованием на белорусской земле было Полоцкое княжество. Город Полоцк располагался на западной Двине прямо на пути из Вгоряк в Греки, что позволило жителям города активно торговать и заниматься ремеслом. Первым исторически известным полоцким князем в 960-е годы был Рогволод, который пришел из Заморья. Важную роль в истории Полоцкого княжества сыграли его взаимоотношения с Новгородом и Киевом. В 60-70-х годах X века Полоцку, как возможному союзнику, придавалось важнейшее значение в соперничестве между Киевом и Новгородом, которые также находились на пути из Варяг в Греки. Рогволод дал согласие на брак своей дочери Рогнеды с более сильным киевским князем Ярополком. Новгородскому же князю Владимиру Святославовичу, который также просил руки дочери полоцкого князя, было отказано. Рогнеда ответил на его предложение следующее: «Не хочу разуть и рабынича», что означало «отказ».